Если вы любите уличные тренировки, турники и брусья, советую заглянуть в интернет-магазин Workout. Тут вы найдете гимнастические кольца, резиновые петли, утяжелители, скакалки, пояса для отягощений и многое другое. Доставка по всей России. Ссылка в описании. Всем здорово, сейчас попробую сделать очень мощный сет Barbarians. 10-10-10. 10 выходов, 10 отжиманий на перекладине и 10 подтягиваний. Это будет сложно, но нужно это сделать. Так, ребят, сейчас хочу протестировать новые грипсы, которые мне подарил мой друг Паша из Питера. Их произвели в Швеции, разработали специально с пауэрлифтерами для того, чтобы было удобно делать такие упражнения, как становая тяга, чтобы не думать о том, как устает кисть, как устает предплечье. И, собственно, на подтягиваниях тоже можно их использовать, когда у вас, вы чувствуете уже, вы не можете, предплечья сдают. Вот эти штуки, в принципе, могут хорошо помочь, чтобы нагрузить именно широчайшие. Сейчас попробуем. Очень круто держат, прямо липкие такие, за счет того, что они резиновые, обхватывают турник, просто руки никуда не деваются, держишься намертво. Даже если уже отказываешь, все равно чувствуешь, можешь еще 5 повторений добавить. Очень полезная штука, ссылочку добавлю под видео, если заинтересуетесь, можете приобрести себе такую. Так, ребята, как я вам и обещал, сейчас мы сделаем серию упражнений на мышцы пресса для того, чтобы их просто уничтожить и убить и прокачать наши заветные 6 кубиков. Мы будем делать каждое упражнение по 30 секунд на протяжении 5 минут. Первое упражнение — это будет подъем ног на брусьях. Можно разводить ноги в стороны. Делаем 30 секунд. Сразу переходим на подъемы ног. Перекладине. Я буду делать с Андреем. Андрей уже, знаю, подустал. Андрей сможет делать согнутые ноги, подъемы колен. После этого мы делаем скручивание. Андрей сделает на скамье, я буду делать на брусья. И после скручиваний идет одно из моих самых любимых упражнений. Это дворники на турнике. Мы подтягиваем себя немножко вверх и
как дворники в машине. Просто уничтожаем вправо-влево, уничтожаем наш пресс. Каждое упражнение будет делаться на протяжении 30 секунд. И нам нужно будет сделать, я думаю, 2 круга. И всего это у нас затянет где-то 5 минут. Это просто будут 5 минут ада, которые нам нужно пройти. И давайте без лишних слов попробуем сделать это. Внимание, позиция, поехали. Будем делать. Позиция. Поехали. Двадцать. 3, 2, 1. Стоп. Друзья, это ад.
Самые адские 5 минут на пресс. Что там про судорогу говорил? Кубиков. Готов? Поехали. Двадцать 4 3 2 1. Давай, давай. Поехали. Двадцать. 5 4 3 2 1. Черт. Как твои ощущения? Пипец. Ну вот нужны эти штуки на кисте, потому что руки в постели просто не держат. Это, я вам скажу, пресс сейчас даже больно напрячь. Дышать очень тяжело. Очень жестко. Учитывая то, что мы делали, мы отдыхали еще кое-какое-то время между упражнениями, там, пока залезли, пока отдышались. О, да. Но нужно стремиться к тому, чтобы отдых минимально вообще сокращать, либо вообще без отдыха делать. И, ага. И желательно давай. 10 минут вместо 5, да? Да, полчаса. Нет, друзья, 5 минут, вот попробуйте, 5 минут, 2 либо 3 раза в неделю через день. То есть сегодня сделали, завтра обязательно отдохнуть. Уверен, что послезавтра, то есть через день у вас будет пресс болеть, это 100%. Так что, возможно, вам нужно будет отдохнуть еще больше. Пробуйте, насколько ваше тело вам позволяет восстанавливаться. Делайте это упражнение, этот круг, раз в неделю, либо два раза в неделю, либо три, если вы супер-мега-монстр, вы быстро восстанавливаетесь, сделайте 3 раза. Но, я вам скажу, сила кора растет нереально от такого упражнения, если делать его на протяжении 2 месяцев. Большинство упражнений, связанных с кором, вам будут даваться очень легко, такие как передний вис, такие как флажок, уголок, планш, все будет вам намного легче. Это были наши 5 минут и 6 кубиков пресса. Давайте. Дэнни Монтана и Андрюхой.